Здравствуйте, зрители и подписчики канала GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Dead Space 3. Это глава 10, наш герой Айзек Кларк, и вот у нас очередное задание. Нужно найти систему нагрева, чтобы запустить зонд в это непонятное что-то. Ну, мы, как всегда, справимся. Нам надо спасать человечество. Ну, по-любому, сюда. Ящик. Опа. Так. Загадочка, типа, маленькая. Попробуем крутануть. Нельзя. Сейчас что-то придумаем обязательно. Так, ну, значит, пока что дальше просто я пройду. Нет, это мне на гардероб показывает, это на станок. Вот задание. Сейчас разберемся. Аудиосообщение. Давай, включайся. Well, it's incredible. We have discovered two nearly pristine specimens, and crews are working around the clock to uncover them. We're learning so much about how... А, ну да, Nexus это называется. The whole species seems to have been connected by some telepathic signal from the lowliest foot soldier to the mightiest specimen. But where is the signal coming from? That is what I intend to find out. Прикольно. Ух ты, ё-моё. Забит, забит у нас инвентарь. Станок. Станок уже мы прошли. Ну, не знаю. Посмотрим. В гардеробе доступен новый костюм. О-о-о, тема. Что же это за костюм? Костюм археолога. Как-то сомнительно. Так. Ничего так, ничего. Костюм археолога сшит из устойчивого к проколам микроволокна, которое придает дополнительную защиту и сохраняет тепло. То есть еще лучше, чем арктический, получается. Ну, выбираем его. Конечно. Ой-ой-ой, какой нарядный-то. Вот шлем норм. Вообще огонь. Лучше Тикс. Нет, ресурсов у нас не хватает. Так. Ну, нет, остальное не буду я грейдить. Во, вообще шлем огонь просто. Тема. Так, ну это лифт. Что у нас здесь еще? Цепь модернизации. Не могу я поднять ее. Ну хоть ресурсы могу. Что бы нам тут выкинуть? Ну ладно, использую аптечку. Освобожу один слот. Плюс 2 обоймы, минус темп стрельбы. Ну не знаю. Здесь что? Здесь закрыто. Погнали. Погнали. Здесь у нас охрененный костюм. Да, вообще тема, тема. Тема, да? Тема, ну. Куда? Куда? Мы в этот Nexus, интересно, едем или нет? Как далеко. Ага, наконец-таки приехали. Это, наверное... Сейчас посмотрим. Опа, что это? Батарея. Куда нам ее вставить? А, фак.
за звук. Так, для чего же нам эта батарея вообще? Пока что я ее так понесу. Ты чё? Ух ты, какая тень зловещая. Еще что ли, кто там? Ух ты. Возьму-ка я дробаган. Дробаган всегда поможет. О да. О да. Это я понимаю. Ничего не страшно даже. Вот ждет на станке. Окей. Только вот интересно, для чего же батарея? Ну ладно, сейчас, пожалуй, залезу наверх, посмотрю, что здесь у нас. И вообще, а, нам сюда и надо, то есть... Ну-ка, я слезу тогда. Что-то спрятано? Нет, ничего. А здесь у нас что? Так, это у нас обойма. Hey, I found the generator for the furnace. Now I just gotta get to the damn thing. Understood. Ну, типа можно батарею просунуть. Да, сейчас попробую. Иди-ка сюда. Просто брошу. Так, ну не знаю, получится ли это у нас. А, фак! О, черт, где батарея? Вот она. Так, подбросим. Блин, нет, не получается, черт, а. Ну давай, поднимай, ты че? Оп. Фак. Оп. Блин, теперь близко. Оп, подальше, ну же. Ни хрена. Зараза, давай, вставляйся. Нет, никак, а? Отстой. Может быть, отсюда? Ёшкин кот. Блин, так можно и вообще ее сейчас никак не засунуть. Поднимайся. Теперь уже и не поднимается. Да, можно тут вообще зависнуть. А, в жопу. Пойду я дальше. Суровая планета. Мужики, мужики, вы чё так? Ну же, чуть не умирает. Все, готово. Их и ничего не дали, что ли? Сейчас в этих посмотрим. По-моему... Эта вещица выпала туда, вниз. Печаль. Вот это пурга, я в шоке. А, нет, стой, Кларк. Поднимись.
Ящик есть. Сокровище. Отлично. Фу, здесь пос... А, о, у. Готово. И дверь заработала. Тут шкафы есть. Так. Опять нет места. Ну, ё-моё, а? Ну, ё-моё, а? Где у нас станок? Сейчас бы туда все положить. Тут прям избыток. Блин, ну просто брошу я аптечку тогда. Маленькую. Возьму цепь модернизации. Плюс темп, минус обойма. Почему они все плюс 2, минус 1, как татушки в линейке? Что это? Ага. Поршни заработали. И куда нам сейчас надо валить-то? Зачем наверх? Я не пойму. Если можно здесь выйти просто. Вот и все. Обмануть меня хотели. Ох, как мне эта музыка напрягает иногда, а? Умри. Ах ты, промазал. Есть, есть! Ну все, норм. Посмотрим, что будет дальше. Isaac, are you all right? Great. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Norton just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope. Allie, is that Isaac? Great. Great. You two having a nice little chat? He just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. Какой он ревнивец. Что здесь? Гардероб. Да. Я хочу станок. Станок хочу. А ну, это аудиосообщение. Уже слушали. Isaac, the heat exchangers are powered up now, but the specimen isn't thawing. Is there something wrong with the mechanism? Yeah, I think it's frozen shut. I may be able to work it free by adjusting the pressure in the pipes. Hang on. Добавлено задание. Сейчас надо прочитать. Поточнее. Отрегулируйте нагреватели. После 200 лет удивительно, что эти системы вообще работают, но прежде чем пытаться отогреть существо, придется повозиться с вентилями теплопровода. Ну да. Так, ладно, запускаем. Ну вот, типа, я крутанул. Это крутанул. Нет, не вариант, что ли? Интересно. Ладно, еще разок. Ё-моё. Ладно. 1, 2, 3, 4. Какие у нас здесь подсказки есть вообще? Ну вот, они слева направо. 1, 2, 3, 4, да? Загораются, может быть, когда... Сейчас... А, вот четвертый надо включить нам. Готово. Крутанул. Ну и чё? Ладно, еще разок. Ну, в принципе, ясно. Вот он загорелся четвертый.
работаешь. То ли не получилось. Надо активнее как-то крутить. Ага, так. Пашет. Теперь третий. Первый. Сейчас все будет ништяк. Третий. Второй. Третий. Ага. Ну, сейчас, наверное, скоро уже все. Первый. Все? Наверное, все. На полняка мы раскрутили. Шум такой. Просто писец. Так, ну и... Да нет, сюда нам показывают. Та-дам! The necromorphs are conduits for the marker signals. Well, the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine. So where's the sensor? Probably destroyed. But I did find the blueprints to make a new one. I think I know where this is going. Так, придется собрать этот сенсор. Все трясется, я не могу читать. Мы все можем погибнуть на этой миссии, если не от рук людей Даника или щупалец некроморфов, то... Блин, а? Не могу я прочитать. То не ла-ла-ла, что-то. Потом я почитаю, в общем, куда нам идти. А, вот, все, здесь не трясет. Тогда я прочитаю. То от неверия и апатии, охвативших нашу команду. Надеюсь, что кто-то из нас все же найдет способ остановить машину. Пока лишь только одна Санта знает, что делать. Надо ее найти. Вот, станочек, станочек. Сейчас мы здесь сбросим все ненужное. А, вот бот, ну-ка, что он собрал у нас? Немного. Модификаторы. Так, что здесь? Просто перезарядка. Здесь на обойму есть, на темп стрельбы. Минус обойма. Перезарядка. Минус урон. Минус темп стрельбы. Что-то не то все. Реально не то. Окей. Так, стать предметы. В сейф надо, и нам ничего не надо скинуть. Все маленькие. И стазисная батарея. Блин, сколько у меня их накопилось. Видимо, просто я их как-то мало использую. Слишком мало. Угу, так. Опа, это Сантос. Сейчас мы узнаем, что она там нам расскажет. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? Zones. It's like a modified telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out.
Back soon. I hope I can piece together enough of this research. Wait, why are you still here? I'll be fine. Собрать детали зонда. 0 из 3. КССК использовали зонд, чтобы составить карту нервных каналов существа. Если я найду детали, из которых можно собрать аналогичный прибор, то мы успешно повторим их эксперимент. Хорошо. Это меня в дверь направляет, да? Сейчас я пробегусь, посмотрю, что у нас вообще здесь есть. Может быть... чего-нибудь еще интересного найду. Неактивный. Охренеть, вот эта тварь. Большая. Здоровенная. Так, это что такое? Эй. А, нет, это кусок ящика. Ну и сейчас в другой части я гляну, что там есть. Не открывается. Так, ну, зря я бегал. Значит, идем в ту дверь. Как нам показывают по заданию. Okay, geniuses, here's a question. Let's say the stupid experiment works and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Graves referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Да, может быть, и не разберемся. Взбунтуется эта машина, и будет нам всем здесь пипец. Я же тут был, да? Ящики уже появились обратно. Так, мы направляемся за запчастями. У меня вот карточка есть, и где-то ведь была дверь. Для этой карточки. Опа. Это свои. Их нифига. Их типа за... гипнотизировали, что ли? Опять какая-то подстава в этом круге. Ё-моё. Ладно, куда нам надо-то? Вот тут пробежать. Побежали. Да нет, все нормально. Посмотрим. Немножко поживимся. Нифига. Генератор, который мы крутили, работает также. Опа, ящик, ящик. Цепь модернизации. +2 обойма, -1 перезарядка. Ни о чем вообще. Был бы просто по +2. То есть 2 раза по +1. И это уже было бы неплохо. А вот сюда мы, по-моему, не бегали. А, ну вот как раз, да, как раз эта дверь, которую нужен ключ. Так что... нормально. Ух ты!
Сейчас она на меня нападет откуда-нибудь. Эта хрень. Вот отсюда. Иди сюда. Нет, пока она сыт. Опа. Текстовое сообщение. Что-то я дрожу. Так, текстовое сообщение, да? Шаткое равновесие. Ну-ка. Сегодня в первом комплексе произошло серьезное ЧП. В результате схода ледника погибли 23 рабочих, потеряны 2 трактора и 3 недостроенных здания. Первоначальные исследования, согласно предписаниям протокола, проводились с помощью метрических зондов, однако не выявили нестабильных ледяных масс. Не понял. Так мы же уже в 11 главе, что ли? Нормально. Не успеваю замечать прям, как меняются главы. Ладно, сейчас посмотрим, что в этой комнате. Здесь у нас лифт. А здесь просто закрыто. Ладно, спустимся. И вышли мы на улицу. Вот здесь будет мясо. Да. Пожалуй, я это уже продолжу в следующей серии, друзья. Спасибо вам за то, что смотрели. Будем мы продолжать собирать части для зонда, чтобы запустить этот Nexus. Ну и дальше уж будет видно. Спасибо вам за просмотр. Пока.